весь район наш непосредственно работает на том, чтобы мы остались сегодня с вами разом, чтобы земля была за нашим селянством, чтобы мы не смогли потерять ни одного километра земли, чтобы мы могли каждый день думать за завтрашний день наших селян, чтобы у нас не вымирали села. Невзирая на то, что мы находимся в зоне АТО, мы не упускаем ни одного дня, чтобы не выйти на поле. У нас бывают такие моменты, когда мы работаем, а над головами летят пули. Но мы выезжаем на другие поля и занимаемся сельскохозяйственной работой. Проблема одна. Это не дать возможности продать землю, разворовать ее, так как эта земля сегодня проливается кровью нашими патриотами нашей Украины. Мы требуем, чтобы на сегодняшний день была проведена земельная реформа, и мы отстояли свои права. Слава Украине! Thank you.